Лил еще ни разу. Мне кажется, у каждого должен быть карманный азвул. Чтобы удивить. Ну, поехали. Посмотрим. Какие-то отмены от азвула просто. Это как... Это напоминает движение Найтмара и Зигфрида, когда они отменяют свои удары. Пока я на самом деле не знаю, как это делается, если честно. Пока что пул персонажа не очень обширный, да, у игроков, в принципе, одни и те же лица. Ну, да, мы видели уже двух Макси, двух Арзволов, две Суанмины. Угу. То есть, пока что да. То есть, повторяются персонажи, но это неплохо. Не могу сказать, что это плохо. Как много дэмэджа она делает с трех ударов? Я просто не понимаю, как этого персонажа создали. Просто. Что она делает? И что, кто? Кто победит? О! Отличный лоу-удар от Сета. Очень удаляйте, удаляйте Суанмину и Солкалибра, я не могу. Тычет в ноги. Вот, посмотрите на этот рейндж, как просто она бьет. Это ужас какой-то, честно говоря. Это, знаешь, своеобразная Starfire. Да, да. Смотри, какой дамедж, перфект просто. Просто затыкал копьем, я не знаю. Ну, я надеюсь, у Грида получится как-нибудь противостоять этому персонажу, что-то с ним сделать. Так, Грид начинает неплохо прессить. Посмотрим, увидим ли мы читерский лоу-удар. Да, я думаю, не заставит себя долго ждать. Хорошо, блок есть. Какой вив, почему не вот показал? Вот он, вот. Вот тот самый ударчик, которого мы так ждали. Ой, отличный реверсал эдж. Почему читерский? А он потому что очень быстрый и выводит намного дэмэджа. А, понятно. Но его можно панишить. Но это еще среагировать надо, то есть, на этот удар. Так, сейчас что у Грида, что у Сета по два бара, никто их не использует почему-то. Все чего-то пытаются ждать. А может быть это... Как? Сколько дамага? Будет неужели камбэк? Добьет? Еще нет. Чуть-чуть! Ультра! Да ладно! Нет, это паниш был, да? Да, это паниш ультры. Видимо, все-таки камбэкнулся, Азвал. Так, Азвал врубает Soul Charge. Посмотрим, что он очень... Ас! Да, дропнул камбу! Просто посмотри на этот рейндж, что просто, она делает. Просто тыкает и все. Да, я договорю, то есть геймплей персонажа, тыкаешь, и все нормально. И полоска противника сама уходит. Да. Горит броня у Азвелла, буквально один удар и все. Да, можно пробивать блок. Пока не восстановился, еще чуть-чуть. Ай, вот она пробивание. Не коннектит сет, но продолжает камбу. Человеку, который блокировал. То есть это был своего рода трекинг какой-то, или что это? Да. Ой. Затрещило в буквальном смысле жопой. Да. Так, это у нас Сет победил, да? Да. Сет забирает первый раунд. Бой. Ну что ж, посмотрим, возьмет ли другого персонажа сейчас Грид. Персонаж автокэрри просто. Автокэрри персонаж. Ну не знаю, на самом деле, насколько она сильна, но именно в моем матчапе... О, вот он Геральт, да! Вот он Геральт. Славяне, вперед! А то там азиаты эти. Да. Махают там. Все, сейчас будет наконец-то силушка славянская показана. Махают, обожаю это слово. Махают. Махают, да. Машут. Да не, махают. Махают, ладно. Договорились. Ну что, Гешмант? Да. Читерский арт, который там старта просто, наверное, фреймов 10, даже меньше, наверное. Но пока что Сету абсолютно все равно на эту славянскую силушку. Да, это просто... рингаут просто. Обычно просто с двух тычек рингаут. Да, слава роду славянскому. Нет, Диего. Диего, я тебе скину попозже на дискорде, окей? Хороший бросочек. И Guard Impact. Очень грамотный Guard Impact в этот стринг. Да. Знает матчап сет. Использует метр на то, чтобы больше дамажа влить, это! Отличный, да. Отличный раунд. Удивительно, Грида. Персонаж, у которого практически нету рингаутов, Геральда, он выкидывает. А, и получается выкинуть, да. Но вообще с одного стринга, насколько я знаю, он может выкинуть. Гард импакт, что? Это парирование, да, какое? Да, то есть парирование. Сделали гард импакт. Отличное использование арда. После 1А. На краю. Можно выкидывать.
запорол комбу, мог выкинуть сейчас грид второй раз. Все, выкатывается из угла. Жрет какое-то немыслимое говно грид сейчас почему-то. Ой, хватает, хватает дэмэджа, да. Дэмэджа там хватает на то, чтобы добить Сон Мину. Видимо, немного нервничает сейчас грид, рандомно садится почему-то. Очередные отличный вифпаниш, просто шикарный. Да. Ай, не получается конфермить! Нет, это техтрэп, который не сработал. Сет там юкемился. Очень любят этот угол, ребята. Это, ох, только возле него играют. Да, возле этого угла. Не получается выйти оттуда Сон Мини никак. Неужели получится за Геральта все-таки выиграть у Грида? Пока что довольно так неплохо идут дела у него. Раньше у этого удара и бросочек. И да, бросочек. КП. Как много дамага с броска. Ну, на самом деле, с некоторых мув можно побольше. Ай, просто арт! Использует свой метр на то, чтобы вдавить арт противника. И забирает аппоинт. Да. Все-таки 1-1. Да, удачный контрпик сделал грид. Ну, не то чтобы контрпик, это просто хороший персонаж. В смысле, просто пик удачный. Геральт очень хороший пик, очень хорошо он играется сейчас. Посмотрим, поменяет ли персонажа Сет, потому что Сет тоже умеет играть на Геральт. Может быть, мы увидим Миррор Геральтов? Мое любимое. Мирроры. Нет, остается на своем персонаже. Остается на мини 50. Ну, понимает, что этот персонаж поломан, поэтому на нем можно выиграть турнир. Да. Ну, тем временем 1-1. О, и я досмотрю этот бой и пойду отыграю со Спиром. Хорошо. Окей. Вы продолжите. Ой, захват хороший. Это был захват на Вики или типа того, я что-то не понял. Отличный брейк-атак! Сколько? Чё так много дамага? Сколько дэмэджа! Это вообще законно? Незаконный, незаконный персонаж, удаляйте! Нельзя регикать, Сонгмин, нельзя. Летал хит ловит? Не успевает подтвердить. Да, не получается, не получается. Место копил. И осталось совсем чуть-чуть, да. Уже броня нагрета в первом же раунде. Да, она вот на вейке очень хорошо играет вот этими брейк-атаками. Да, тяжело сейчас будет гриду с пробитой броней. Кстати говоря, у Сета интересненький такой кастомайз. Довольно милый. Да, согласен. Снова бросок. Пока что броски хорошо заходят у грида. Да, хорошо грид играет бросочками. И Сет их не рвет. Прошу заметить. Да. Из-за того, что в шестой части они немного поменяли систему разрыва бросков, теперь один бросок рвется на любую кнопку, другой бросок рвется на кнопку и назад направление. О! И пытался сделать ги сейчас грид и отхватил квартал. Да, а ги не получается сделать в брейк-атаке, они их ломают. Да. Поэтому так не получится. Да, снова запутывало. И опять. И еще. Арт! Даже у него горит уже восстановится броня. Не хочет Сет вообще ничего терпеть! Это Little Hit! Ломается! Ломает броню. Ой-ой-ой. Никак не продолжает этого. Да, не может не сконфермить и мог бы уже даже добить Геральта! И пиксель хп. Ой, это лагерь были. Да! Красиво, красиво завершает бой Сет. Рандом ультра. Поздравляю. Это с продвижением.